Ну ладно, не верь. Ты поехал? Да, я поеду. Окей. Куда мы поедем? Куда-то? Да ну доедем, а там уже выйдем, где троллейбусы ездят. Маяк. До Чимака. А там можно на 14-й пересесть? Да, на 14-й. На Чичиге, на северо-запад. А, ну все. Северо-запад. Следующая остановка. А плачешь первый раз, пожалуйста? Осторожно, двери закрываются. Самочки, я с вами поехал. А мы жестко снимем это. Мы жестко снимем этот трамвай. Скажи, я обожаю ваши трамваи, я сердце. Посмотри назад. Да. Да, как же это? Нет. Это, кстати, круто. Это... А нет. На Татре это тоже есть. Ну только это в кабине есть, на Татре. Не, на Татре именно, типа, управление, чтобы сзади было. Вот сзади, да. И, короче, зажимаешь кнопку красную, и потом назад можно ехать. Поехали. Звонок есть, дверь открывает. Я катался на Татрах гармошка в Калининграде недавно. А у нас гармошки не ходят. Челяба. За проезд мы заплатили. Оплатили уже за меня и все, а бабушку не платили. Да вот бабушка с нами. Это ваша? Да, наша. Платит? Оплатил? Да. Ладно, оплати еще раз. Бабушка. Я хочу это еще. Это что за сигма? Где? С квадратными фарами вон к этой МК. Это как там? Это прямоугольная фигура. Света начал сандалить. О, гроб. Гроб хоть. Дождь. Это жестко. Это не гроб. Да. Давай сделай жесткий обзорчик на трамвайчик. Это вот такое вот его управление. Это вообще кто-то. Это USB зарядочка. Это двери. Это чья USB? Куда мы едем? А? До троллейбусов. Южный Урал, курс на развитие. Ой, ну сзади негр жесткий. Называется газовый дом. Так вот из-за чего на... Чего? Так вот из-за чего нету движения на вокзале. Нифига себе так-то. Вообще-то на ЧМЗ идет, а на вокзале там тоже перекрыли. А вокзал вообще не в этой стороне, а в другой. А ну ладно, мы просто сделаем круг. Лучше едете на, едьте. Ну опять модернизировали. Я в Челябинске был 2 месяца назад. Лучше едьте на троллейбусе Синара. Да, это прикольно, у нас такое есть один в Екатеринбурге. Ваш. Красный? На Синаре я и в Екатеринбурге могу. У нас там от низ третьему ходит одна штука. Погугли. Синара 6254 Екатеринбург. И троллейбус Синара Екатеринбург. Все, вот эта остановка ваша. Там троллейбусы. Какие? Вот это ваша остановка. Ну а какие тут ходят? А куда вы хотите ехать? Что? Вам на вокзал? Тут 17-й ходит. На вокзал вам точно ходит? Тут садитесь, вот сюда переходите на остановку. Да не, нам на троллейбусе. На троллейбусе вы не доедете. Ну ладно, тогда про. На 18-м автобусе садитесь и едете до ЖД-вокзала. О, тут можно на Синаре проходить. До свидания. Не ходите на ровно, идите на ровно.
жесткий. Жесткий спорт. Я вас туда? Вот, 17 как раз. А куда мы пойдем-то? На 18 сюда? Баба, конечно, мы поедем на... Я пролила. Сюда. Бери. Ну, вставай, бегу. Вставай. Сними, короче, ее отправление. Где? Вот, бери и снимай. А что, она у тебя льется? Да? Конечно, и камера есть. Да.